Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. И вот некоторые темы. В Карачаево-Черкесии торжественно встретили росгвардейцев, принимавших участие в специальной военной операции. А в регионе полным ходом продолжается летняя оздоровительная кампания. В республиканской столице открылся крупнейший в России центр молодежного инновационного творчества. И в Черкесске прошел всероссийский турнир по пляжному гандболу. Далее подробно. Во Дворце культуры Черкесска в рамках празднования одного из главных государственных праздников страны Дня России Рашид Тимрезов провел торжественную церемонию вручения почетных званий жителям Карачаево-Черкесии и паспортов юным гражданам Российской Федерации, школьникам республики. За значительный вклад в развитие республики глава региона вручил ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией и почетные звания жителям республики, которые ежедневно проявляют высокий профессионализм, трудолюбие, преданное и ответственное отношение к своему делу. Традиционно в День России и из рук главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова свои первые паспорта гражданина страны получили юные жители республики, которым уже исполнилось 14 лет. Это были 12 школьников, показавшие отличные результаты в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. В подарок ребята получили книгу «История России». В региональном управлении Росгвардии состоялась торжественная встреча сотрудников и военнослужащих территориального ведомства, прибывших в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в специальной военной операции. В мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник управления Росгвардии Андрей Пархоменко и другие. Обращаясь к росгвардейцам, руководитель региона отметил, что для него большая честь лично встретить и поприветствовать бойцов живыми и здоровыми на родной земле. Оставаясь верными присяге, мужественно и профессионально они защищали людей на Донбассе. Неоценима помощь бойцов Росгвардии в республике по обеспечению безопасности нашей Родины. Далее цитата Рашида Тимрезова. «Мы знаем, насколько опасны и бесчеловечны любые проявления фашизма и неонацизма. Как подчеркивал президент страны, действия Российской Федерации по демилитаризации и денацификации в Украине – вынужденная, но необходимая мера. И сегодня борьба с неонацизмом и обеспечение безопасности нашей страны стали вызовом, который наши военнослужащие и сотрудники с честью приняли. Искренне благодарю командование Росгвардии Карачаево-Черкесии, всех бойцов за мужество и отвагу, а также семьи наших защитников за поддержку». Закончилась цитата руководителя региона. Карачаево-Черкесия стала победителем грантового конкурса федерального правительства и получит 342 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. Наша республика не просто вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств. В ближайшее время будет объявлен уже региональный конкурс, чтобы выбрать грантополучателей среди наших предпринимателей, работающих в туристической сфере. В числе прочего, федеральные средства будут направлены на обустройство в регионе пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности, рассказывает министр туризма и курорта в республике Расул Текеев. В настоящее время проходит процедура по доведению средств до субъекта. Также мы разрабатываем порядок проведения конкурса и необходимые требования для предпринимателей, которые изъявят желание подать заявку и участвовать в настоящем конкурсном отборе. Мы обязательно разместим это в информационном ресурсе, чтобы все желающие могли ознакомиться с условиями участия в конкурсе. Будет объявлен конкурс, после чего мы, конкурсная комиссия, будем отбирать победителей этого грантового конкурса, будут доведены средства. Ну и дальше реализация проектов. Как мы уже сообщали, в рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподавателей будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности у министра образования и науки региона Инны Кравченко.
Республика принимает участие в данном проекте. Это премия на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия, и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет, имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников, и есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Программу бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны запустили во всех регионах страны, в том числе и Черкесске. Она будет действовать до конца текущего года. Воспользоваться услугой ветераны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны могут вне зависимости от цели поездки. Главное условие – номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен Управлению социальной защиты населения республиканской столицы. Он будет использован в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран». Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Он создаст заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и государственным номером автомобиля. С 17 июня этого года услуга заработает в Черкесске. Для заказа такси обращаться по телефону Управления социальной защиты населения города 26 14 17. В республике полным ходом продолжается летняя оздоровительная кампания. В течение этих 3 месяцев отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 12 тысяч детей. В частности, в загородных оздоровительных лагерях отдохнут 3100 школьников, а пришкольные лагеря дневного пребывания примут 6185 школьников. Еще 3000 детей будут охвачены клубом выходного дня, познавательно-экскурсионными поездками в Донбай и Пятигорск. В приоритете – дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих семей и дети, чьи родители воевали в горячих точках, а также дети, приехавшие из ЛНР и ДНР. В первых числах июня свои двери распахнули 4 загородных оздоровительных лагеря. С 26-го еще 2 загородных лагеря начнут работу. Отличительной особенностью этого лета стала организация Министерства образования и науки республики 2 лагерей дневного пребывания для детей-инвалидов. Уже сегодня можно получить путевки в загородные лагеря «Адель», «Гранд Виктория», «Жемчужина Кавказа» и «Селена». Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка 09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаева-Черкесии в продаже и покупке услуги товаров. Каждый желающий может оставить заявку на странице сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар. Рассказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в республике Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировали заново, либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, SEO, продвигающие этот продукт, и они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее, и так далее. У жителей республики появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Карачаево-Черкесия попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована. Стартует она уже этим летом, и информацию комментирует министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов.
Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи, в настоящее время имеет крайне важное значение ввиду того, что ее основная цель – это популяризация и развитие молодежного предпринимательства путем формирования и реализации комплекса мер по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов проектов из числа молодежи Карачаева-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаево-Черкесской республики. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более миллиарда рублей, сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Ишкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушение подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут 2 года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще 3 берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малый Зеленчук в ауле Адыгехабль. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения Пенсионного фонда с начала года помогли 24 тысячам граждан. Информацию комментирует руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Анна Шаганова. За 5 месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24,5 тысячам жителей Карачаево-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявления на ежемесячные пособия, оформление справок и документов, использование электронных сервисов Пенсионного фонда. Жители Карачаева-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, по телефону 8 800 600 0291. Режим работы понедельник-пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жители региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда. Сотрудники ГИБДД продолжают в Черкесске скрытое патрулирование вблизи пешеходных переходов. Полицейские на автомашинах без символики МВД фиксируют на видеокамеру нарушения, после чего передают информацию экипажу ДПС. За время одного рейда таких правонарушений выявлено 18. Одним из наиболее распространенных видов ДТП остается наезд на пешехода. Согласно букве закона, за непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Тему продолжит инспектор управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Рустам Шифужев. В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудниками управления ГИБДД на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия с использованием скрытого контроля. Скрытое патрулирование осуществляется с использованием транспортных средств полиции в стандартном исполнении. Что это значит? Это транспортные средства, которые в потоке
машин не определишь. В случае выявления нарушений, нарушения передаются ближайшему наряду ДПС для составления административного материала. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что на землях сельскохозяйственного назначения Карачаево-Черкесии обнаружены следы палов. Рассказывает заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Никулина. Палы на земле сельскохозяйственного назначения могут обернуться непоправимыми последствиями как для сельского хозяйства, так и для экологии в целом. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает собственникам и землепользователям о необходимости проведения мероприятий по охране земель, в том числе соблюдать меры пожарной безопасности. В мае 2022 года в ходе выездных обследований зафиксированы следы палов на землях сельхозназначения в Карачаевском и Ужлибутинском районах. На сельхозугодьях на окраине аула Эльтеркач под уже выросшей травой местами выявлены следы горения сухой растительности. Также на всей территории сельхозучастка в ауле Верхняя Мара выявлены очаговые следы поджога сухой травы. Правда, обладателям земельных участков объявлены предостережения. В эти минуты на центральной площади республиканской столицы проходит донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню донора. Организаторы мероприятия – региональный Минздрав, Министерство туризма, курортов и молодежной политики, а также станция переливания крови. В Черкесске открылся крупнейший в России центр молодежного инновационного творчества. Здесь можно будет творчески развиваться, получать новые знания и навыки. Здание общей площадью 769 квадратных метров, где на первом этаже расположена выставочная зона, отдел инвентаря, ресепшн-гардероб и санузлы, а на втором этаже – коворкинг, лекционная зона и кабинеты. Здесь также предусмотрена открытая терраса. Это второй центр молодежного инновационного творчества, появившийся в Карачаево-Черкесии за последние годы. Первый был открыт в Карачаевске. Золотному шитью и искусству плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. Как мы уже сообщали, с 15 по 18 июня в Государственном республиканском историко-культурном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой состоятся мероприятия, посвященные столетию образования Адыгеи и году культурного наследия народов России. На выставке посетители смогут не только ознакомиться, но и приобрести различные изделия. А теперь новости спорта. В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на призы Вооруженных сил Российской Федерации Кубок Ярослава Кирода. По результатам состязаний бронзовым призером стал спортсмен из Карачаева-Черкесии Азнаур Попшов. В Черкесске прошел всероссийский турнир по пляжному гандболу, в котором приняли участие сборные команды из Карачаева-Черкесии, Ставрополя, Краснодарского края, Белгорода и других регионов страны. Наши спортсмены показали неплохие результаты и смогли обыграть команду из Краснодарского края. В Армавире прошло первенство России среди юношей и девушек 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие более 800 самбистов из 68 регионов России. Медали разыгрывались в 20 весовых категориях. В командном первенстве среди юношей сборная Карачаева-Черкесии заняла второе место. В результате упорной борьбы золотую медаль завоевала Стефания Кириллова, Мусе Булжатову и Азамату Кябишеву. Досталось серебро, ну и замкнул лидеров Айдар Батруков, который занял третью ступень пьедестала. А по итогам всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юношей, прошедших в Кабардино-Балкарии, призерами стали Назар Киков, Станислав Кушхов и Руслан Марганья. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Радио России Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе, 23, 8-938-038-84-37. Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия. До новых встреч!